Приветствую вас. И проблема, которую вы описываете, решается одновременно и сложно, и в то же время легко. Почему легко? Потому что причины вашей проблемы, в принципе, ясны достаточно. Истоки, основания вашей проблемы достаточно ясны и понятны. Но сложность заключается в том, что это процесс достаточно серьезный, это процесс достаточно важный, и так просто этот процесс не проходит для человека. Поэтому ваша задача настроиться на работу с психологом, в первую очередь. Ваша задача настроиться на то, чтобы поработать со специалистом. Ваша задача в том, чтобы настроиться на личностный рост и на исследование себя и своего опыта, в результате которого вы пришли к тому, чтобы считать мнение окружающих важнее своего собственного. Смотрите, у вас, грубо говоря, сформировалась определенная точка зрения на какие-то вещи, в том числе на общественные какие-то элементы, да, на социальные элементы. И ваша задача заключается в том, чтобы в этом разобраться, чтобы понять для себя, с чем это связано. Понимаете, в чем штука? И вот только когда подобное будет сделано, тогда, я думаю, ваша проблематика будет решена. То есть достаточно мало просто перестать смотреть на окружающих людей так, как вы смотрите на них. Этого мало. Нужно, чтобы вы увидели то, как вы приходите к этому. То, как вы укрепляетесь на такой вот своей позиции. Если понимаете, что я имею в виду. Вот. Понимаете, какая штука. Вот такой ответ я могу вам дать. Теперь давайте пройдемся. Итак, что делать, если я переоцениваю окружающих их мнение? Ну, смотрите, для начала, с чем связано переоценивание? То есть откуда идея, что другие знают лучше? Если честно, то момент здесь в том, что вы обесцениваете себя. То есть важно здесь не то, что вы переоцениваете кого-то. А важно то, что вы
себя недооценивает. То есть, условно говоря, считается себя хуже, чем другие. Считается себя хуже других. Вопрос, конечно, здесь заключается в том, из-за чего такая история происходит. Дальше. Например, если для меня есть какое-то утверждение, другой человек опровергает, то для меня мое утверждение уже не будет истинным, потому что другой человек видит странно. Думаю, истина неопровержима. Здесь вы противоречите себе, потому что истина, она у каждого своя, вообще-то говоря, и я бы не стал двигаться в сторону унификации истины, то есть я не стал бы двигаться куда-то вот в сторону того, что истина для всех она одна. Вот, я бы все-таки, наверное, стал бы двигаться больше в сторону того, что истина, она где-то, как правило, посередине. Вот, и я бы стал двигаться в сторону того, чтобы определить ту истину, которая ведет сама. Вот. И определить, собственно, вот это вот критерии, да, критерии. Ага, критерии того, что важно вам. А, понимаете? Вот. А сейчас пока что ситуация выглядит так, что вы не очень хорошо понимаете для себя то, что вам нужно, понимаете. И в этом, наверное, ваша проблема заключается, одна из основных. Дальше. Если я считаю себя умным, меня назовут дураком, я уже буду сомневаться, может я ошибся, что умен. На этом примере достаточно важно увидеть, что вам нужен личностный рост, да, потому что достаточно у вас субъективные категории, которые вы используете. То есть те категории, которые вы используете по отношению, например, к себе самому, да, это категории, мягко говоря, очень субъективизированные, да, очень нормативные. Это не справедливо ни в коем случае по отношению к вам, потому что что значит умный человек, что значит дурак, кто такой умный человек, кто такой дурак, где норма. То есть вы, вот ваша проблема, что вы пытаетесь, грубо говоря, быть нормальным, но нормы, ее не существует, а вы думаете, что существует. И отсюда ваши вот такие переживания, отсюда ваши трудности, отсюда ваши сомнения, страхи и так далее, к сожалению. Вот. И да, если человек воспринимает себя как умного, да, но если это знание субъективно, то есть я умный только потому, что, не знаю, только потому, что кто-то, допустим, считает меня умным, то это не означает, что вы, допустим, считаете себя умным.
Это значит, что вы ориентируетесь на мнение других людей. Реально умным человек будет сам себя вне зависимости от того, какого о нем кто мнение будет считать в том случае и тогда, и только тогда, когда у субъекта, то есть у вас, есть те знания, которые нужны именно вам. Если этих знаний нет, или если эти знания как-то себя не реализовывают, вот, то в таком случае человек может сказать, что он не умный, потому что он игнорирует, вот, грубо говоря, свои интересы. А поскольку вы себя недооцениваете, как вы же сами сказали, что вы себя недооцениваете, то и игнорирование интересов происходит, скорее всего, на такой вот, можно сказать, постоянной основе. То есть, подумайте о степени созвучности тех категорий, которыми вы оперируете. Вот. А, пожалуйста. Подумайте об этом. Это крайне важная история. Потому что если те категории, которые вы используете, вам не созвучно, то это не ваша категория. Они как бы объективизированы излишне, в негативную сторону уходят. Но по общему правилу, конечно, проблемы с самооценкой – это проблемы из детства. Это, например, проблема, определенная со стыдом. Это вот проблема, связанная с чувством стыда. Вот. Соответственно, у стыда есть свои основания. И так далее. То есть все это в общем и целом имеет свои причины. Да, и как бы, ну, с этим нужно работать. Дальше идем. А как ориентироваться только на свое мнение и ценить себя в первую очередь? Ну, смотрите, давайте мы с вами начнем вот с чего. Условно говоря, вы как-то оказались в, скажем так, определенном здании, да? То есть вот, ну, определенное здание. Вы в нем, в этом здании. Как-то оказалось. И ваша задача прежде чем думать о том, как из этого здания выйти, понять, как в нем оказалось. Если вы ориентируетесь, как вы говорите, не на себя, у этого есть причина. Наша задача
Это причина. Понятно. Ваша задача в этих причинах разобраться. Ваша задача увидеть, чьи, например, идеи, мысли вы повторяете, когда говорите, что ваша точка зрения, ваше мнение не важно. Или там, важно, но не так сильно, не так актуально и так далее. Вот. Вот это нужно исследовать. И когда вам это будет исследовано, вы же увидите направление для себя по выходу из своей текущей ситуации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.